Доброе утро. Вообще-то у нас уже не утро, а день, 10:20. Я намыла тут голову, накрасилась немного, потому что скоро мы уже поедем в ГАИ за правами. Сегодня у меня действительно было доброе утро. Это самое доброе утро этого день рождения. И на 8 марта. Это такие сладкие поцелуйчики от моих мужчин. И вообще, в общем, я обожаю эти два дня. Вот так вот. Букетик цветов. У меня уже здесь радует меня. Это Зоечка мне подарила. Вот Зоя с Афанасием уже под навесом. Ждут, когда мы все вместе пойдем на улицу. Сама я их пока еще не отпускаю самих, потому что там никого нет. Дашка с Дешкой на огороде. Поэтому они тут со мной, дверь волчица, я пока покрасилась там в шкафу, можно сказать. Дверь под навес открытая, они там, в общем, хорошо играют. Вот сейчас пойдем на улицу. Я уже сварила супчик, сегодня у нас рисовый. Посуда моется в посудомойке, поэтому сейчас пойдем играть на улицу. Сейчас садимся, будем кататься. Лена. Только держимся, хорошо? Лена. И потом сильно. Вена? А может, не надо Вена? Вена! Там машина едет, а Фоня отходит, да, сынок? Надо на травку отбегать. Что, она там едет? А, она еще пока не едет, пока можешь кататься, сынок. Не, не Степа, там дядя. Все, пока катайся, видишь, она не едет. Зарин, ну что у тебя получается? Ты поедешь, Зарень? Да. Куда? В песок? Песок. Ну давай, на старт. Внимание. Марш. Поехали. Да. Оба, молодец. Мягенько в песочек. Ко мне. Ага. Вот этот Марсик вылизывается, да? Видишь, он чистенький, купается, да? Да. Тут яблонька у нас же зацвела, и тут пчелки летают. Пчелки летают. Пчелки, да, представляешь? Пчелки летают, да. Ну, видно, видите, был заморозок, наверное, ночью. Вот даже на яблоньке, на цветочках такие сухие. И на картошке тоже видно у нас. Вот она, пчелка. Вот она на колесе. Посмотри, вот ящерица. Видишь? Вот она, сейчас только убежит. Ее не трогай, ладно? Да. Смотри, какая. Все идем до Степы. Степа вон, да. Фонечка едет. Что ты, куда ты едешь, сынок? Ты работаешь? Вот ты какой молодец, да? А? И ты хочешь работать? Ну иди с Афоней работайте вместе. Да. Ника, я тоже не умею. Заюня, ты куда пошла по шпинату? Зоя. Зоя. Афонечка. Зоюнечка. Сынок, спасибо большое. С днём рождения. Спасибо, сыночка. За свои купил. А это да? Я за свои. Григорий за свои купил. Розочки. Красивые какие, да? А вот эти пахущенькие. Как у вас дела? Так, ну что, все, я получила новое водительское удостоверение. Теперь 10 лет можно не причесываться, не краситься. Раз уже сфотографировали. Вот, в общем, да, что хочу сказать. Заявление я заполнила там сама. В гос в столе услуг это заполнение этого заявления стоит 530 рублей. Так что спросила. И что-то как-то я подумала, что я сама же знаю свое имя, фамилию, отчество. И, в общем, сама это.
Все запомнила? Все в порядке, в общем. Вот, наверное, минут 20 я получала его, пока меня сфотографировали, пока я все данные проверила. В общем, достаточно все быстро. А недолго тебе поставили? Недолго, все правильно, еще там даже это, за петушку эту. Так что я, в общем, очень рада, теперь 10 лет, я не буду об этом тихосмотр думать. Тихосмотр на 2 года сделали. Да, мы сразу и застраховали здесь же, и тихосмотр на 2 года. В общем, ладно, все, мы счастливы, я особенно счастлива, в общем, день рождения у меня. А я как сейчас, наконец-то денежные затраты закончил. Ну да, это прям, конечно, и права, и страховка, все в один день даже, я бы сказала. Да, вот так вот. Так что сейчас еще поедем Citroёna заберем с мойки и домой. Так, ну что, я уже дома. Григорий там писать я его заставила. У них сегодня был диктант, он сказал, что он написал без ошибок. Ну, не знаю, сдали же тетрадки, в школу только второго, поэтому только второго мы узнаем результаты. Сейчас хочу нам выбирать чавли. Здесь остался у родителей, они здесь немножечко вязали без меня. И хочу приготовить борщик зеленый. И все, а мясо в духовке, кстати, у нас же там есть спагетти со вчерашнего дня, поэтому еще мяско сейчас в духовке с сыром и с майонезом, с чесноком, с луком, там все, что было, и немножко горчицы еще зернистой, вот. Так, что ты делаешь, сын? А тут. Да, крапиву я выкинула, да? То она может тебя укусить, да? Да. А что ты делаешь, сынок? Суп варишь? Да. Сам? Да. Да не может быть. Ты умеешь? Да. Это твой суп такой? Да. Молодец. Вари, вари. Я тут себе цветочки пораставляла, розочки Григория. Это я их в банку поставила. Сейчас решила их в эту вазочку. А они вообще обалденные. Мне кажется, это вообще такой нежный цвет розовый. С таким кремовым. Они просто шикарные. Вот, а здесь Сереженечкин букет. Я, кстати, не знаю даже, как называются вот эти вот цветочки, но я их в графин поставила. Тоже шикарный. Убрала я эту бумажку. Мне не нравится, когда цветы в какой-то упаковке. Мне нравится вот просто букет без ничего. Ну что такое, Афанасий? Сейчас папа уже приедет, будете с Антошей играть, хорошо? Антоша уже скоро приедет. Да. Что тебе? Гол у тебя? Штанга? Что? Мимо? Может, не мимо? Мимо! Лови, лови, молодец! Сынок. 1-0, скажи Даша, да? Кто едет, Афоня? Папа. Да. Что, мы уже дома? Я тут по магазинам проехала. И даже еще... Да, и даже... Подушечки, да, Антошечка купила подушечки. Они уже немножко подорожали, по-моему. Магните. А что сегодня заезжали в новый магнит? Вот так вот. Купили там просто кефир. Уже там сделали ремонт. Ну, не в новый, а в центре, который у нас магнит. Там уже делали ремонт. И вчера, по-моему, было открытие. Зоюня, ты приехала? Тебе помогают? Ты моя красавица. Давай. Афоня там. Ой. Ой. Да, Зоечка, ты сегодня то Афоню видела, да? Афоня. Так, это сюда. Давай. А кто там еще приехал? Ну конечно, а что ж ты думаешь, Зоя что ли сама-то приехала? Да, сама. Нет. Да, сама. А что у меня в одни машины? Тебе помочь, Заюнечка? Заюня, ты сейчас только оторвешь пуговичку, да?
но только тройка поставилась, а единица не ставится. Короче, стоит, Надя, короче, с днём рождения. Да. Это от Левенцов, от Насти. А это на блендер, родня. Настя. Так что купите сами блендер. Родня, мне такие подарки. Да. Андрюха, давай тут будем. Ура! Иди сюда быстрее. Короче, мы ходили по давай! И все заснули. Ну, ура! И вот ура! Один, родня, на тебе 31. У меня 3 и 1 отдельно. Да. Что случилось? Марафоня, ты что? Маргарита, ты что, сломала ему дом? Он же дом для машинки-то построил. Да? Это не дом, это сама тебе его. Ну, давайте. Башня построилась? Будет бахать, Зоя? Давай, бахай. Баба! А у Фонечки что там, домик? А где машинка, сынок? А вон она, вот она, сынок. Нормально, я не хочу, у меня не красивее, у меня будет высокая. Заехала туда? Здорово, сынок. Это ты сам так придумал? Да. Или тебе кто-то помог? Да. Сам, и Зоечка сама, да, Зоиня? Да, Сережа, это место, так, ну что, уже 10:30. Сейчас уже сижу, не даже слышу, что он уже едет. В общем, хотела попрощаться с вами, сказать, что никакого тортика не выйдет, хотя я все для этого купила. Даже покупки не показала. Но завтра, в общем, все увидите, что я там буду готовить. Решила все, раз у меня столько нервов, ну нервов вообще вот этого всего физического отняли, вот эти вот поездки по городам и весям. Вот эти смена прав, не знаю, для меня вот эти хождения по мукам, по этим всем государственным учреждениям меня немножко отнимают силы. Привыкла все-таки уже на хуторе жить и решила все переложить на мужа. Он будет жарить шашлычки на шпажках, я их замочу и на костре. Будет жарить курицу тоже, но я не знаю, в духовке или на костре, я подумаю. И плов будет готовить, но мы все равно сделаем пюре, потому что дети, я уже говорила это, по-моему. В общем, короче, список в этот раз покупала даже все без списка. То есть овощи в любом случае нужны, там помидоры, огурцы. Что еще там, редиска у нас есть, яйца я отварю. Поэтому тортик не буду даже печь. Сижу не один сегодня купил птичье молоко. Я еще хочу купить Наполеон. И все, в общем, вот такие вот новости. Так что решила на свой день рождения... Что там такое, Зая? На свой день рождения не заморачиваться. Надеюсь, что с Афониным день рождения у нас будет больше времени, и мы испечем тебе вкусный большой тортик, да? Ты какой хочешь, Зая? И ты будешь свечку задувать? Да. А какой тебе надо тортик? Ням-ням. Ням-ням? Да. А может, не ням-ням? Мам, вака, ток, кока, на, вака, камера, деда. Да? Да. В общем, вот такие вот новости. Завтра увидимся. Но обязательно хочу крабовый салат. Уже так соскучилась за крабовым салатом, поэтому очень хочу. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.